Бұл видеоның спонсоры BricksBet компаниясы. Нон екезі деген промокодпен сендерге бонус берет, сілтемесі комментарияда. Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге мен Нони. Бүгін біз Call of Duty Modern Warfare-дің екінші бөлімін жалғастырамыз. Видеоға семіз лайктарыңды басындар, өте қызып тұрған жерден тоқтап қалдық өткенде, енді бүгін жалғастырамыз. Кеттік! Эти тоннели – наша жизнь. По нашим данным, русские командиры сегодня в городе. Устроим им засаду. Как? Взрывчатка. Это их отвлечет. И оттянет охрану с русской базы, что даст нам возможность атаковать. Мы должны отдать все силы. Если увлечься, можно потерять и себя. Так, Кеттел, жалғастырамыз. На базу. Удачи. Алекс, бери заряды. Ема, бомба на ватерме. Взрывчатка с удаленным подрывом. Спасибо. Присмотри за сестрой. Окей. Удачи. И тебе. Так, орыстардың базаларына атака жасайын деп жатырмыз біз. Здравствуй, Тарик. Сюда. Что за кадр, нас? Что за кадр, достар? Что за кадр? Американец. Американец? Он надежный. Ну, конечно, американец, мен. Так, он надежный, вот дейді. Короче, достар, мен внедренный агент пын, эскетті басын түрежерем. Мен, мне, достар, операция внедренный агент. Мені осы жерге енгізген. Короче, мен шпион басындаймын, короче, кетті жаластырамыз. Так, мынаны аламыз. Басымызға кей оламыз ба? Как я выгляжу? Сойдет. Короче, басымызға нандай орамалды кей оладық. Русские рядом. Если они увидят ваше оружие, начнут стрелять. Тогда наш план провалится, еще не начавшись. Алекс, оружие нас выдаст. Не показывай его русским. Спрятать оружие. Все. За мной. Автоматымызды, то есть пистолетымыз тықтысадық, оны көріп қойса, бізді орыстар өлтіріп тастайды. Не будет. Ема. Войска Баркова заняли весь город. Сегодня все будет очень строго. Прибывают офицеры. Короче, мен мына қыздарға қарсы шығам ба не соңында, получается? Вряд ли. Он прячется, пока другие делают за него грязную работу. Что за грязная работа? Наказание. Мужчины работают. За то, что сопротивлялись. Женщины к машинам. Здесь мы разделимся. Делай, что скажут, чтобы не выделяться. Ема, короче, ер адамдар жұмыс істесін дейді. Я найду тебя на той стороне. Взять бетонный блок. Все, окей. Так, бетонды алдым. Через главную дверь дейді. Так, шауай бауырым тезірек. Так, жаңа қыз мен нажақта күтіп тұрам деді. Мен внедренный агентпын. На жерге енгізілген агентпын. Так, вот брюд отца тема. А, нажақ пен өтті. Окей, окей. Ага. Ема. Его. А ну сюда, быстро! Мясо! Береги себя, сестра. Так. А ты находчивый. Хорошо. Так, карандас, вайндама. Без санти спим, окей? А? Не дисни? Спрятать оружие. А, все, окей, окей. Так. Пошли. Харумызды тықтысадық, қайтадан ка бізді біреу көрсе, өлтіріп тастамайды. У них будет для нас взрывчатка. Мощный взрыв оттянет войска от русской базы. Черт. Солдаты Баркова нашли моих людей. Они, наверное, уже мертвы. Шуметь нельзя. Нужен глушитель. Найди масляный фильтр. Используй его как глушитель. Масляный фильтр? Поищи в гражданских машинах. Я пригляжу за охраной. Не все прячут лица. Окей, гражданские машины ларда здекордии, да? Так, а, мне, глушитель на жерден, тауал сам был отлом. Так, здесь пусто. Ищем дальше. Так, ищем дальше, дейді. Так, машина гайда бар бізде. Арды жоқ. Так, машина, алысқа кетуге болмайды ғой. Мына машинаның ішінде. Провер гараж дейді, гараж, мне. А, мне, машина тұр ғой бізде. Да, подойдет. Хорошо, возвращайся и заходи справа. Ема, глушитель, қолдан жасалғансың ғой. Тогда води его от дома к дому.
убей двоих, остальных не, сниму я. Марков просил взять кого-то живых. Какого черта? Все. Ема, басажу. Чисто. Не шуми. Айрцат, прикиньте. Айрцат, шулава бумайтки, ну окей, окей. Стой, к двери не подходи. Осторожно, могут быть растяжки. Ема, ультраватермана. Взял на прицел. Ага, ага. Ага. Займись двумя, я беру на себя третьего. Я прочел! Чисто. Сюда. Жаль твоих связных. Ема, Айрцат. Взрывчатка у нас. Их шарик не напрасный. Так, шагал валтым. Метнуть нож ортасын басу керекен, окей? Так, ака бармане, да, ну, на жерде. Прячь оружие. Мы выходим наружу. Тохта, 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 братан, братан, братан. Блин, на, ну, оға аз сияқты, вот что-то. 30-45, надо оқ көбекен жарты осына ола бірейін. Все, кеттік. За мной, я проведу. Все, қарында, жүре берсе. Жүре берсе, қарында, суайындамасын. Да, ну, бұрыда асты, айбы, үш адамды асты заданын қарандар. Ема. Пожалуйста, ей просто страшно. Эй, бар, кумик, ты спим за хардас. Ты понимаешь, почему мы это делаем? Они повешены, потому что не подчинились нам. Теперь смотрите на них. Айтканам издохлмагандар уж нас цатхтида. Видите? Если вы нас Черт, слушаетесь, это же военное преступление. Наказание за украденный газ. Мы уже договаривались об этом. Барков хочет преподать урок. Что мы можем сделать? Выполним свое задание. И положим конец жестокости Баркова. Ема, база же. Так, Барков, ты не шаг пасту ультру грехов зве. Барков посылает вертолеты. Мы их сбиваем. Сюда прибегают солдаты с базы. Давай, давай, давай. Возможность атаковать. Так, просмотр цели. Заложите взрывчатку, Рита. Да, ставь взрывчатку на вертолеты. Я тебя прикрою. Да, ну. Если будут охранники, снимай их, но бесшумно. Встретимся тут, когда ты закончишь. Так, Михалай, урами вертолетка. Если нападешь, постарайся незаметно. Установить прицел, Дида. Опа. Тогда мин автомат пистолет алцом группу. Так, вертолет шахами, халай ворами, братан. То есть карандас. На жерме шалмами? На жерме шалмами? Паркур, паркур хавлетом жоқ па менің? А күннің сәулесі бар ғой, көзге жаман түседі екен. Так, на жақтан міне алмай ме, база жоқ. Так, окей, окей, окей. Ема. Надень масляный фильтр, будет глушитель. Так лучше. Масляный фильтр? Повторяю, никогда не отдам эти земли на растерзание. В смысле масляный фильтр? А, нам тавал до трумба, типа. А, все, давай, давай, давай. А, спрятать оружие, а, все. А ну, на ларсунда же автомат даусын естімеді ма не? Не, не стет оно. Так, вертолет хайда, вертолет, вертолет, пизде, тюбиде тұры, а? Так, бетон алдым. Тұрыс паратырым бе өзі? Я, Алекс, походу, ты уже на крыше рядом с вертолетом? Я ищу путь наверх. Ну, примерно, примерно, примерно. Жақында қалдым. Мне вертолет. Все, кел. Иди по лестнице. Стой. Там охранник. Наверху лестницы, слева. Наблюдай за толпой. А, охранник, дейді. Так, пистолет пайда мен. А, все. Ползи! Ползи? В смысле? Не стоит! Ой-бай, ой-бай. Я прикрываю. А, она у меня ультраген. Реакция. О-о-о, корк кеттім. Вообще-то я собачница.
Ема, қорқып кеттім ғой мен, мынау өзінен өзі өліп қалды да, мені өлді атсай ма деп қорқып кеттім, пайдай. Так, тоқта. Заряд заложен. Вот теперь они отвлекутся. Так и надо. Теперь к следующему вертолету. Окей. Келесі вертолет қабарам. Так, бетонный блогым дал лай. Ит. Құрыр. Так, келесі вертолет бізде мына жерде. Екі жақын екен. Екінші вертолетқа бомбыны қойын деп атырым, барып. Так, жоғарға қалай шығатын жерден. Мужчины там, уходи! Охрана. Если нападешь, постарайся незаметно. Сторонник! Если нападешь, постарайся незаметно, дейді. Прикинь, өткіз вятыр мен на жаха. За время мы его командовали, жизнь в Узбекистане незаметно, дейді. Страна готова делиться своими богатствами. Я под огнем! Минус два. Неплохо. Все, изи, года стар. Профи мзу. Так, калашта алвасам болат не вишими. Проглушить. Я у цели. Ой, бай. Ты знаешь, что делать. Ема, налар, да алпца деп тұрға маған өзі. Все. Профи, Нони. Алекс, ставь перчатку. Все, койдем. Заряды заложены. Иди ко мне. Баратн, так, бетонный блок дал. Главнокомандующий на этой территории. Так, маған кел деді, 40 метра на жерге баруым керек. На жерден секіріп салам, ғой. Все, келе жатын. Ведущий нас всех в безопасности. Возвращайся сюда, Алекс. Все, келдім. Чисто, пора. Так, не стим зенда. Подрывай. Подрывай, дейді, ема. Внимание. Ема, экшн басал. Охренеть, Алекс, здорово. Теперь сюда. Жди. Налево. Налево? В смысле налево? Не стреляй. Отпади от ума. Сработало. Сюда бегут солдаты с базы. Так, енді. Так, машины не защищены. Теперь мы их подорвем. Давай, под машину. Давай. Кит. На, бомбу вырви. Там еще враги. Не отставай. Машина астына тығылу керек екен ғой. Мә, көрмей қалды, сәл қалды, ема. Прощальный подарок по случаю их возвращения. Какая щедрость. Жаль пропускать шоу, но нам пора начинать атаку, пока давай, не поздно. Давай. Тур. Тис. Следующая улица выведет нас обратно в тоннели под дом Тарика. Так, келес... Вот чё? Воу. Чё там, хайдаурамс. Айцы! Нас окружают. Ема! Айбай, мен өліп қалдым ғой мен! Давай, направо! Я саған! Айтпай, өзің қашып баратсың, өзің көтіңді ойлап. Қуасың ба, айтсыш! Жүгіреміз деп. Все, қаштым мен. Жүгіріп баратым. Қарындас, давай, ізімден кел. Айбай! На жаха. Давай. Но халай чи жүгірет, но? Окно! Давай. Так, и? О, ашыркин. Давай. Фара, это что еще такое? Воен, ложись. Не шевелись. Ема, қозғалма дейт. В смысле, бізді көрмей қалама не на жерде? Двигай головой. Окей, басынды қозғалтпаймын, окей. Даже басымды қозғалтуға болмайды.
Қарапайым халықтарды өлтіріп саған бұны олар. Вот почему мы сжигаем это место. Может, хоть в этот раз до них дойдет. Има, еще так. Все, можно. Сними двух левых. Пшақтап сағансың ғо. Пшағымды алуайын қайты. Что там, кеттік па? Молодец. Тоннель, быстро. Там okay. Могут быть еще враги. Давай, давай, кеттік. Смотри, подкрепление с авиабазы. Наш план сработал. Фара. Она қыздың аты Фара екен. Фара стой. Деген мен олдың есімін естігем, по идее. Черт, у Тарика открыты двери. Где Тарик? Мертв. Он никогда бы не покинул свой пост. Пошли. Кеттік дейді. Окей, окей, давай. Главное, сен қарындас, мен тыстап кетпеш жаңағыдай. Чисто. Чисто. Давай спускаться. Пойдем к Хадиру. Вы потеряли хороших людей. Такова цена войны. Мы должны захватить авиабазу, чтобы их смерть не была напрасной. Нас ждет трудный бой. Их тоже. У Хадира есть план. Так, 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 так. Ты теперь у меня, Алекс. Я устроил лавочку у базы Баркова. Следить за этими гадами. Друзей держи близко. Врагов еще ближе. Я говорил, у нас свои способы. Гранат нет, мы импровизируем. Неплохо. А ты думал, мы камнями и палками воюем? Ха-ха-ха. Война посредников! Это для адской пушки! Быстрее, брат, так точно! Барков понимает только насилие. Я покажу ему насилие. У Баркова есть авиация. И мы обзавелись. Так, на Хадир. Хадир. Радиоуправляемый, со взрывчаткой. Ема, да, ну. Отлично, запускай вторую, как прорвемся. Мы готовы? Да, командир, полетели. Взять пульт? Алекс, тарань вертолет самолетом. Так, тарань вертолет самолетом, дит. Лети ниже. Авиабаза прямо по курсу. Так, когда авиабаза? Вижу площадку. Так, вертолет. Вертолет косу унгрик, вертолет косу унгрик. Дельта вертолет. Все, 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 все. Мя! Базар жок. Периметр авиабазы прямо. Вторая команда прикроет нас из пушки. Пультовое управление самолетным борцовцем. Местные войска идут на авиабазу Баркова. Прошу поддержку с воздуха. Поняла вас, 3-1. Отправляю к вам непомеченный борт. Ждите. Оставайтесь на местах. Так. Готовьтесь. Мы атакуем их оружейные, забираем оружие и захватываем аэродром. Окей, окей. Сестры. Мы сражаемся за Урзыкстан, за нашу страну, за Урзыкстан. За Урзыкстан! Пушка, огонь! За Урзыкстан, короче. Ема, ох, куртмаса, харнас. Мя, жесткий соскет. Давай, 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 давай. Но не айраткас бярен. Так, фара, уртама главное. Ема, қантуғы соқыс қона жерде. Ема, не олатыр на жерде. Так, коктейль молоту алақтыруға олат дейді. Назақ алақтыр жүрек. Мә. У-у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 -
Захват направо! Ой-бой! Ай-бой, граната, 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 жок! Ема, достар, мы слишком к этому шли. Все, все, мы хотели перед тюрьмой играть, достар. Мен қиын уровень сложностями ойнаватырмын, офицер деген, сондықтан бұл жерде анау-мына заттар өтпейді. Ой, отряд на... Так. На, үстіндегілерін өлтірейін. По очереди, по очереди, былай нету керек па? Самолеты ходят, можно атаковать. Так, так. А, окей, окей. Самолет көтер деп тұр маған, прикиньте. Воу-воу-воу.
Все, вертолет куртурм, достар. Вертолет куртурм. Плату грех на вертолет-то. А, удерживать ускорение, иди. Дима. Жылдам шуға болатын еще. Айбай, жаман жанды алып тұсады анау. Так, тағы да. Окей. Түсіндім. Мәә. Ема. Ема, жестко тот навар бар мой. Так, на жаха аж кутенс. Аж-то. Все, безопасный жирги крывал. Тогда аргарата грэмс. Так, есть мы с чьего лайк. Ой-бай. Братан, ема. Ну не стилаться на жирге. Миллиард адам начни крыпетки момент, да ну. Блин, бана жили мастер запад. А, все, нажили нормально, достар, нормально. Так, на жирге мен. Так, коктейль молотова. Молотова лахтруга влад, на жирге. Алекс, самолеты готовы. Так, Алекс, самолеты готовы, дейді. Блин, граната, менде. Мэ. Так, коктейль молотова не мило тратит. Блин, граната! Ема, контузия. Алекс, самолеты готовы к выходу. Каска, братан, мне на жерде соски гитватор. Ай, бай, все, мен на жерге кимя хуешь? Вообще на жерге келудің қажет жоқ. Мә, саған осы жерге кел, уже екінші рет өліп атырмын мен. Красное здание, дейді. Окей. Жағу. Мә. Все. А назад на кейп қойшы? Мүмкін назаққа баратын шығармын мен. Самолеты готовы. Анау, это! Өзімнің адам ғой! Қайдан блин ана жазу шыққан. Достар, мына жерден өзім неше рет бастап отырмын. Все, окей, на жақпен бара берейін. Мы нашего потеряли, дейді, прикиньте. Алекс, самолеты готовы. Самолеты готовы, дейді. Өліңдерей. Ема, өлін деп атыр. Уф! Жоқ! Так, на жерден тірілдім, жақсы болды. Мә. Күте тұрыңдар, жігіттер, самолет дей бермей. Ма, біздің адам, на жерге тығылып алайын. Окей, самолетті алам. Кім шарам, қане? Кімді жарам, кәне? Просто ана тупо наларға соған ба? Так. Ана, өзім адам. Кешір, братан, кешір. Ну, давай, вперед! Все понятно. Мен, неужели өттік? Все к воротам. Неужели өттік на жерден? Не открывается, дети. А чем я кумик тем мане? Надо прорваться. Другого пути на площадку нет. Я знаю, что делать. Буду таранить. Давай. Храните, я 3-1. Мы идем на площадку. Где авиаподдержка? 3-1, поддержка сложится. Дима! Моя группа, сюда! Бай-бай! Алекс, самолеты готовы.
Все, вертолет хватает. Вертолет сбит. Так, нас же хоронза. Жестко тот нолар. Ема, жестко отцапала. Блин. Ема. Бір коктейль лақтыр жүрсін, ема. Блин, граната, қарындас. Ой, бай. Так, что там? Уэба! Так, боеприпасал вон. Нема, Эрцен. Сейчас самое время. Нам летит вертушка. До прибытия мы сами по себе. Я их вижу. Где последняя оружейная? В ангар за площадкой. Возьмем его, и база наша. Принято. Так, ножах, а? Подождите нас. Жох. Фу. Мессаган. А, жоқ, мен қыпым толмаған қонғол шық. Мен мұналар деген профессионал достар, өте қиын мұналарға қарсы атыр. Идем на последнюю оружие. Запускать самолеты не получится. Мен күту керек на жерде. Болмайды айтпесе. Алекс, мои самолеты подбиты. Нам нужно поддержка в воздухе. Если правда хочется, сейчас самое время. Вертушка. До прибытия мы сами по себе. Все, тюсиндам, ножах, а? Где последняя оружейная? В ангар на площадку. Возьмем его, и база наша. Принято. Ой, стоп, осторожно от сугрык, парни. Хаш. Я сзади, беру молота. Беги! От укрытия к укрытию! Хаш, граната от жахта. Так. Где авиаподдержка, келем дегенше, біз өзіміз, короче. Ана, өзіміз тіко. Ана, өзіміз тіко өлтіртсен мәне. Ой, мен емешер өлтірген. Так, рисковать идти, но не рисковать идти. Ема. А ты весь не паркур жил, ты прожаман. Давай, вот путик. Если кто что. Ема, ракетница лақтырған ғой мен жаққа, прикиньте. Тағы да бір ракетница. Мал, өрте жүрін анан. Мэ. Все? Арцатк? Внутри еще есть эти сволочи. Я их слышу. Алекс, открывай дверь. На крыше есть люк. Алекс,
помоги надо подняться. Давай, 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 Кит. Там секрет бани, мен. Я тебя подниму, Алекс, прыгай. Сюда, Алекс. Раз, два, три. Последняя оружейная захвачена. Идите ко мне за припасами. Скорее, подкрепление уже на подходе. Так, есть сигнал с группами. Все. Бой еще не окончен. Вперед! Все, автомат. Ох, оно много. Алландер на жердин. Они отрубили свет. Нас скоро прижмут. А ну, кто вам звонит? Тупо. Они там, на полосе. Так, кто вам ломит? Да, ну. Рано то авторн. Ё-моё, не болено. Эхо 3-1, гадюка 1-1 на подходе. К бою готов. Сообщите свою позицию. Вызвать авиаподдержку, Дейда. Окей, баста. Я 3-1. Чёрт. Как же я рад вас слышать. Он мин управляет этим манером. Их обстреливают с площадки. Да, ну. Понял вас, 3-1. Гадюка на подходе. Вижу. А, мне. Есть. Да ну! Это у нас важно. Ладно, подойди-ка ближе. Ракета иди, да прикинь. Не дурно. Ема! Готовлюсь, ждите. Попал. Давай, ракета. Верно готов. Внизу бронетехника. Нужно подбить. Конечно, а мне бронетехника. Все. Цель поражена. Мэ. Точно в цель. А, мне бронетехника тогда. Угости-ка ракетой. Так. Готовлюсь. Перезарядка. Hellfire готов к работе. Мэ. Бронетехника врага уничтожена. Теперь перестрелять пехоту. Нас целится парень с РПГ. Убейте его. Парень с РПГ? Горел на работе. Конечно, РПГ. Можем добить, а можем на базу. F или отпустить тебя. Все цели уничтожены. Врагов на площадке не наблюдаем. Прием. Все, Бернер, ты цен, бэ? Ема, топку, ну. Спасибо за помощь. Вообще топку. Ни за что, сомневаюсь. Конец связи. И правда умеешь убивать. Только плохих. Сегодня Рузыкстан одержал великую победу. Спасибо, брат. Мы сработались. Да, мы выиграли время, но Барков еще вернется. И мы тоже. Рузыкстан, да құтқарып қалдық. Алекс и силы командира Карим уничтожили передовую базу генерала Баркова, временно ограничив возможности вражеских ВВС в Рузыкстане. Надо действовать быстро. Сержант Гэрик, благодаря вашей информации, мы отследили ответственную за атаку на Пикадилли ячейку Алькаталы в северном Лондоне. Три отряда САС проникнут туда, отработать информацию. Если Волк захватил украденный русский газ в Рузыкстане, его надо найти. Внимание, там могут быть некомбатанты. Действуйте осторожно. Так, цели на месте. Начинаем. Все, достар, осымен бүгінгі бөлім аяқталды. Рузыкстанды біз құтқардық. Өте қарқынды, мықты соғыс болды. Бірнеше рет өліп қалдық. Енді, достар, бұл уровень сложности қиын. Новичокта ойнап атқан жоқпын. Сондықтан осылай қызық, достар. Осылай өте қызық. Видеоға семіз лайктарыңды басыңдар. Соғыс әр бөлім сайын вообще жестокий қызық болып жатыр. Сендерден лайк күтем. Арнаға кім жазылған жоқ, жазылыңдар. Бұйырса, достар, келесі бөлімі бүгін кешке шығады. Яғни қазір әбетте, и қазір кешке бұйырса шығаруға тырысамын. Сондықтан видеоға лайктарыңды басыңдар. Сау болыңдар, сіздермен бірге болған мен Нони. Давайте!